По всей стране уже начали выдавать сертификаты о прохождении централизованного тестирования. Только в Солигорском районе испытания прошли 6735 абитуриентов. Самым популярным экзаменом стал русский язык, его написали 1538 человек. На втором месте математика – 1327. Меньше всего абитуриентов сдавали географию, тест написали всего 26 человек. Те, кто проходил централизованное тестирование в основные дни, уже могут получить сертификаты с результатами. А для тех, кому пришлось проходить испытания в резервные дни, выдача результатов начнется с 21 июля. Получить сертификаты можно у нас в пункте централизованного тестирования. Это филиал БНТУ, Солигорский государственный горно-химический колледж. По 20 августа можно получить сертификаты с 9 до 18 в будние дни, в субботу с 9 до 15. Уже после с 21 августа до конца 23 года можно получить в обычные рабочие дни с 8 до 17, обед часу до 2 и суббота-воскресенье выходные. Чтобы получить сертификаты при себе, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, пропуска на тестирование по соответствующим предметам и документ об образовании. В случае, если после прохождения тестирования была произведена замена документа, удостоверяющего личность, то необходимо абитуриенту предоставить справку о замене документа, удостоверяющего личность, в котором указаны серия и номер старого и нового документа. В случае утери пропуска абитуриент подает заявление о выдаче сертификата без предъявления пропуска. Заявление рассматривается в этот же день.